Делегацию Краснодарского края возглавляет Вениамин Кондратьев. Руководитель региона проведет ряд встреч и переговоров. Основные мероприятия запланированы на второй день форума. Ожидается, что губернатор Кубани и глава Республики Крым подпишут соглашение о сотрудничестве в сферах торговли, туризма, науки и культуры. Также Вениамин Кондратьев примет участие в пленарном заседании. Форум будет идти 3 дня. Планируется, что за это время его посетят более 1500 человек из 40 стран. А освещать работу экономического саммита будут не менее 250 журналистов.